Всем привет, друзья! Всем привет! Молодец! С вами Виктор и Тёма. Друзья, супер, что заглянули к нам на канал, потому что у нас сегодня обалденные оладушки. Пышные, воздушные, сладкие, вкусные оладушки с яблоком. Как раз сезон яблок, осень. Погнали? Огонь! Так, значит, Тёмыч высыпает сахар в миску. Отлично. И я разбиваю одно яйцо. Щепотку соли. Супер. И все хорошо перемешиваем. Вот, Тёмыч, давай-давай, быстрее-быстрее. Работай, гаджет, работай. Огонь. Дальше, друзья, добавляем баночку йогурта. Кстати, все точные ингредиенты будут в описании под видео, в инфобоксе. Вот так вот. Натуральный, обыкновенный йогурт. И все хорошенько перемешиваем. Далее, друзья, добавляем муку и разрыхлитель. Вот так вот в сито. И просеиваем. И еще раз, друзья, все хорошенько перемешиваем. Теперь берем вот такое вот классное спелое яблочко и чистим его. И натираем яблоко на крупной терке. И отправляем яблоки к тесту. И, друзья, последний штрих я еще добавляю цедру лимона. Это не обязательно, но будет вкусно с этим. Можете также добавить ванильный сахар, если хотите. И теперь аккуратно все это перемешиваем. Видите, тесто какое уже воздушное стало. Отличное. Ну и теперь нам остается только пожарить наши оладушки. Ставим сковороду на плиту. Наливаем растительного масла. Так вот, чтобы покрыло. Масло нагрелось и убавляем на ниже среднего. Выпекаем чуть ниже среднего, чтобы оно ничего не горело и пропекалось. И поехали. И вот так вот, друзья, потихонечку их выпекаем на слабом огонечке, на небольшой температуре, чтобы они потихонечку пропекались. Ну все, друзья, с одной стороны они подрумянились, переворачиваем. Ай-яй-яй, красавчики. Какие пышные. Все, друзья, оладушки с другой стороны тоже подрумянились. Вот такие красавеллы. Ага.
Смотрите, какие они, как пух. И таким же темпом выпекаем все наши оладьи. Ну вот, друзья, и вторая партия готова. Посмотрите, какая ляля получается. Ай-яй-яй. Ну и какие, друзья, яблочные оладьи без корицы? Конечно же, сделаем сахарную пудру и корицу. Ах, запахло Рождеством. Ну давай, Тёмка, посыпай. Ай, молодца. Везде, да? Везде. Супер. Вуаля. Ну что, друг мой, отведаем такой красоты? Да. Огонь. Держи, смотри. Смотрите, какие оладушки. Вах, 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 вах. Держи, Тёмыч. А как они пахнут. Божественно. Горячий? Ну как оно? Вкусно. Вкусно? Точно. Даже сметану ничего не надо, они по себе уже, блин, смотрите какие. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это оладьи. Сейчас ставим чайничек и пьем чай с такой сказкой. Просто во рту тает. Яблочки, корица, цедра лимона. На йогурте попробуйте. Это просто сказочно, друзья. Это не оладьи, это сказка. Не жирные. Масло в себя не впитали. Просто супер. Вначале хорошенько разогревайте масло. И потом на низкую температуру. И потихоньку пропекайте. Вах, вах, вах. Класс, да, Тёмыч? Друзья, ну а вам огромное спасибо за то, что были с нами. Готовьте обязательно такие оладьи. Уверен, вам понравится. И пишите комментарии, как у вас получилось. И до новых встреч, друзья. Пока-пока. 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 Кушай. Сказка, просто сказка.